сегодня, в общем, домой с Ларисой. Такие трали-вали. Как всегда, у нас сумки. Вот, купили немножко вот таких вот рыбных палочек. Положим в морозилку, чтобы в морозилке были про запас. Немного купили палочек рыбных и сыр Филадельфия. Опять же, в Кауфланде купили. И такие шуруем. Вот. Сегодня погода такая хорошая. С утра шел, кстати, дождь. Ночью шел дождь. В общем, раз, смотрим, возле соседнего дома стоит предмет. И на нем надпись. Мы с Ларисой говорим друг другу. Мы не поймем, это отдают или нет. В общем, достали, думаем, сейчас мы переведем, что написано. Написано, что да, люди выставили, отдают. Мы с Ларисой говорим, давай возьмем. Сейчас я вам покажу. О, такой телевизор. LG. Смотрим такие. И вот такая надпись. Люди написали. Что отдают телевизор функциональный. То есть рабочий. Только ножек нету. Пульт лежит. Шнур. Сейчас я его помою. Я, честно говоря, даже не знаю, как он у людей стоял. И сейчас я посмотрю, рабочий он или нет. Вот. А он будет работать, думаешь, без антенны? Не знаю. Но у наших соседей стоит такая большая антенна. Может, она нам поможет. Сейчас, в общем, я буду его мыть. В общем, включили мы телевизор. Он в рабочем состоянии. Но там нету антенны. Там пишут, что надо антенны. Ну, в общем, кто знает... Вот, LG, мне подскажите. В пульте нету этих батареек. А так мы его включили, он все работает. Его вытерла. Вот. Теперь надо какое-то средство. И вот такая подставка на низ. Не знаю, что люди отдавали эту подставку. Может, новый телевизор на подставку поставили. Там должна как внизу быть подставка. Но подставки нет. Вот. В общем, кто знает... В технике разбирается. Напишите, что мне надо для этого телевизора, чтобы он... А у нас маленький телевизор, как он стоял? На чем? У него такая прикручивалась, да. Вот как вот тут вот тоже, наверное. Тоже такая круглая у нас была. А здоровый телевизор на двух ножках? А здоровый телевизор, вот этот новый, был на двух ножках, да, такие вставляются. Вставлялись. Ну, в общем, так вот. А показывают так прикольно, нормально, не погано, да, вот так вот? Да, нормально, сочные цвета такие. Поэтому, ну, может, кто мне подскажет, что мне надо для него. Где вот эту подставку купить и какая антенна мне нужна. Вот. А завтра я уже куплю сюда эти батарейки. В общем, если вы мне сегодня что напишите, то я буду уже знать, что мне надо приобрести, чтобы он заработал... Ну, наверное, антенна, да, Лариса, или как? Антенна, USB кабель какой-то там просят, что это. Или антенну, как ее вообще, где ее покупают? Мы не знаем, где ее. У Томаса была какая-то приставка, что вот у нас за приставку? Ну, у Томаса, да. Как у нас вот это было на маленьком телевизоре, у нас же был встроенный большой телевизор. Там был. Угу. А вон Томас приносил, помнишь, такой какой-то роутер? Ну, наверное, не роутер. Что-то другое, не знаю. Не знаю. В общем, напишите. Подписал. Дождь прошел, духота. Вот, и еще. Я только что, короче, выхожу такая на балкон. Думаю, присяду. Будет держать. Телевизор, телевизор. Тигрулечка, девочка моя, что там смотришь? И вон, пожалуйста. Вон, скамейка прям подо мной сложилась, и как упала копчиком на свой геморрой. Мама дорогая. Это все смешно, но... Это, кстати, не смешно. Она шаталась, я ее чуть-чуть так подправила. И потом такая, сажусь как-то так, бу-бух, как свалилась. Лариса подумала, что там этот батон прыгает. Пошла посмотреть, а это я упала. Ну вот.
Пришла, умылась. Жара. В общем, все, телевизор у нас есть. Купим подставку под него. Ну, если вы мне напишите, где купить. Я думаю, это не очень дорого. Куплю подставочку. Вот, и поставлю его тогда вот же сюда. Вот там. Так, мы еще сегодня зашли в русский магазин. И, наконец-то, я купила соду. В общем, вот что я в русском магазине купила. Так, это помидоры мы взяли. Кауфланди. Так. Как его? Филадельфию. Купили всякое разное. Вот вкусную соль. Это мы в русском магазине купили. Это вот какая-то тут разная она. Сейчас я посмотрю, что это. Это 12 овощей, а вот это вот 7 блюд. Пусть будет. Мне нравится, хорошая такая вещь. 2 пачки соли мы купили. Соли, говорю, соды. Вот, желатин. Взяли тоже 2. И взяли чай с бергамотом. Заварим, давно мы не пили. Все. И лука я себе взяла. Вот, да, тоже акции взяли мои. Такой мне как стало плохо. Сегодня и шла. И вот такую картошку. Мы сейчас Лариса ее пожарим. Бо поесть-то надо что-то. Соды. Смотрим. Соды, хоть попой кушай. А так соду я не знаю, не нашла я соду. Вот этот стул, наверное, тоже скоро развалится, кресло. Ударилось сильно. Жарко. Лицо. Лицо опухает от того, что пьется много воды. И потом жара такая. В общем, напишите мне за телевизор, что надо там приобрести, чтобы он заработал. Какую-то антенну. Ну, наверное, вы понимаете. Вот, и я приобретем. И подставку, наверное, можно купить, чтобы он не... Да, пока так поставили его, мы же его не будем включать. В общем, все. Тяжелый такой. Еле мы доперли. Лариса говорит, может, мы его даром снесли, может, его надо было не брать. Ну, посмотрим. Если что, говорю, тогда назад оттарабаним. Опять халява. Все на халяву. Так, надо что-то приготовить, покушать. Людей в магазине сегодня. Сегодня же первый день акции. Людей, мама, не горюй. Очень много. Вот человек, да, что делает краска. Когда накрашенное лицо, совсем другое. Когда не накрашенное, совсем... Боже мой, как я посидела. Видите? Надо закрасить. Ну, давайте, приготовьтесь, Юль, поворачивайся задом. Я покажу вам геморрой. Не надо, я не хочу. Поворачивайся задом. Нет. Ну, передом-то я не могу я показать. Я не хочу показывать. Ладно. Когда вылечится, потом покажу. Потом уже нечего будет показывать. А сейчас роза красная, я моя. Устала. А, видно, что ты уставшая. Еще так ударилась. Блин, хоть бы без последствий. Как просто капец. Стул. Я знала, что он развалится. Прямо чувствовала. Но не думала, что так. Думала, что я успею соскочить. Это прямо так, плашмя. Бу-бу. Такой грохот. Я думала, что он залез в батон. Я еще здесь упорогала. Говорю, грохот такой, ты что, говорю, не видишь? Может, я, говорю, с балкона, говорю, упала. Я бы сразу забежала бы, посмотрела. Лариса побежала по котам смотреть, чтобы коты не идут. Ну, я думала, что он прыгнул наверх на шкаф. И спрыгнул нас на стол. Я даже не могла предположить, что... Она такая, иду... Коты дороже, чем сестра. Что там с сестрой все равно, а коты... Ну, как думайся, как я могла подумать, что... Если кот упал со шкафа, то это важно. А если сестра там что-то... А как можно было предположить, что может упасть? Я бы сразу прибежала бы. Сразу, моментально бы. Сразу же бы посмотрела бы. Ты же видишь, что на балконе стекла? Ты же видишь, что сестры нету? Это же не хлянула, ну, что сестры нету. Я бы удвоем сюда в комнату. Я же пришла, ты еще на полу была. Значит, я же быстро пришла. Так, ладно, все. Все. Пошли жаль готовить. Видите, теперь я виновата, что я не пришла. Она упала со стула, а он уже разъезжался был. Она мне говорит, стукни его, подстучи.
Я его подстучала нормально. Вот тебе и подстучи. А, молоток еще купили за 2 евро. Угу.